Хей, йога, с вами Жмики, мы продолжаем проходить игру под названием Мертвый космос. Так, в прошлой серии мы убили с вами первого, считайте, босса полноценного. И да, мы продолжаем проходить игру под названием Dead Spussy. Dead Spussy. Так, что у нас сразу по инвентарю? По инвентарю у нас все пока что прилично, адекватно. Поэтому идемте. Сначала нужно посмотреть... Наш друг, точь! Блин, что тут лежал? А где его тело стоять? Нам же сюда? Сюда. Так, ну здесь решетки нормальные. Сзади двери нету, если вдруг что, да, так? Нападет, может, мало ли кто. Лучше не рисковать. Ну, походу, мы отправляемся вниз, да. Так. Там что-то шевелится, плевать. Опа! А, это помойка. Подождите, а где наш приятель? Что-то немного не понимаю. Так, мы главу закончили, ладно. Глава 6. Опасные примеси. Завершено. Изи глава. Сохраниться, сохраниться. Сохраняемся в последнюю сохранялку. Третья, мы просто очень много сохраняем. Глава 7, шаг в... во что-то. Короче, в жопу мы пойдем. Это наш единственный шанс выиграть. Ожидаемо. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Да. Не знаю, сколько еще продержусь. Давай, держись там. Так, ну я, в принципе, по карте смотрю. В принципе, более адекватно. Мы сейчас с вами... Так, Версак, сохранялка, магазин есть. Спускаемся по лифту куда-то ниже, но тут большие очень площадки у нас будут. Хотя... Не освещение больше здесь напрягает. Здесь слишком... Батареи? Зачем мне батареи? Здорово, узел. Я это все равно буду все продавать, дело. Там же закрыто. Разве нет? Она же сказала, что там закрыто, типа. Для резаков у нас прилично все дается. А, давайте сохранимся. Да-да, сохранится. Мало ли. Лифт очень большой был. Так, магазин. Две решетки. Одна просвечивается. И это... Да-да-да-да-да. Держу в курсе. Держу в курсе, ребят. Из того лифта, скорее всего, кто-то да и выскочит. А я вам 100 пудов говорю. Очень мало
Продать. Заряды силового резака, но они замечательно продаются. По косарю одна штука, ух. Это много. Илки, ладно, я не буду продавать, пускай они у меня лежат. Только, ну... Нет, я не верю. Ну, я не верю, ну что, типа, там ничего нету. Ну, я не верю, приятель. Сорян, но я не верю. Рудная платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Можно обойти, что тут три люка. Три люка. И что нам спускаться вниз с этими люками? Да, блядь. Переработка. Техслужба. Блядь. Нам немного ниже нужно спускаться. А тут очень много люков. Кажись, приехали. Я рассчитывал, что там будет только три люка, но не рассчитывал, что их тут... Будет весь подъем. А нам еще ниже придется спускаться, ё-моё. Кстати, я не карту нажал, а... Так, у нас хилок много. Патроны, резак. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Ну, в принципе. Ну, уж, если все на это дело посмотреть, тут... Ой-ой-ой! О! Зараза. А вот это они меня уже подбили, считайте. Ладно. Вары. Варыны. Чтобы заразителя не было. Батарея. Еще шлюпка. Ну, не шлюпка, это сохранялка. Ладно, это было неожиданно. Ну, в лифте мы знаем уже с вами тактику, поэтому не страшно. Так, нам туда. Значит, тихо. А, показалось. Давайте сходим тогда еще в ту сторону. Так, ну у нас одной хпшки нету. Одной хпшки у нас нету. Ладно, у нас много теперь хила. Страшно, если что, отхилимся. Что по патронам? То есть, хорошо. Без ног он не полезет. Особенно без головы. Так, патрончики. Да, приятель, ничего, как я вижу. Повторно сохраняемся в тот же слот.
Ой, а как называется? Как называется Глобатто? Тихо, тихо, тихо. Глава, глава у нас называется «Шаг в пустоту». Пустота, пустота. Интересно, будет ли еще босс у нас? Ага, все. Ну там очень много куда можно пойти. А у нас только идти по одной линии. Ладно. О, тут люки. Ай-яй. Нет? Ну, я не сказал бы, что он быстро перезаряжается. По мне так же. Я не знаю, что это, но... Текстовое сообщение. Еще один метеор. Аптечка, отличненько. Давайте, наверное, все-таки сразу отхилимся. Так, если враги уже такой толпы нападают, значит нужно хилки немного себе побольше ставить. Или все-таки... Не знаю. Ладно. Пускай будет. Инвентарь все равно у нас нормально. Так, проблемы в отсеке переработки. Журнал рудной платформы. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы потягивали, вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. Два человека погибло, а астероид разлетелся на мелкие кусочки, которые сейчас летают по всему отсеку. А пока мы еще не... Так, пока мы не уберем эти кусочки, гравитацию включить не удается. А значит, нам не добраться до главного ключа. Нам бы не помешала тут помощь техников. Ну вот мы с вами и пришли, да, типа, помочь им это отремонтировать, ну вы... Здорово. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Врагов нету. Пока. Аномалия уничтожена. Бам. Аномалия уничтожена. Воу! Воу, воу! Почему вас так много? Где еще? Ребят, может вы это? Того полить. Улетите отсюда. Ну нафиг вас. Нет. Полезные вещи мне не надо, чтобы улетали. Вот такие, как, допустим, ты, давай, вперед. Как-то он неактивно летает. О, здорово.
Вот, а так он, допустим, здесь может прыгать. Так, у нас есть хоть один? Один есть. Ну, а мы тогда с вами окупились. Поэтому давайте снова попробуем. Если не окупается момент, мы больше... Мы перестаем покупать. Так. Хилка, патроны. Деньги, патроны, хилки. Хилки. Так, плата красная, да? Поехали. Опа. Так, а где метеориты? Да, я тебя имею метеорит. Ага. А, не достаю. В смысле? Давай туда. Я тебя понял. Чел, я тебя понял. Типа, мы нормально и прыгаем, или не нормально прыгаем? Я тебя понял. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Хорошо, без проблем. Напоминание. Входа в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Да. Все незакрепленные аномалии уничтожены. Готово. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Это не мое. Так я ж все ж по сути нет. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. А ускорить этот момент полета нельзя, да? Фигово. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. Что? Да ёлки-палки! Фу, манать. Вот, ладно. Я не ожидал, что на меня отсюда еще нападут. Ну ладно, зато мы справились, да? Это важно. Это рели было важно. Короче, я думаю, не стоит отрубать этим лапки. Лучше их нахер взрывать в эту ногу, утиравшую их мне. Полезного больше ничего, да, нету? Да, ладно, тогда побежали назад. К магазинчику. Еще патроны. Фу, ёхен, ёха. Рюкзак. Переместить. Продать. А, рубина. Так хотя, смотрите, мы тогда купились с вами, получается. Продать. Давайте тогда еще куплю два. Пускай будет для запаса. Может, мы сразу два такие, ну, две двери такие найдем. Так, что по месту? Идет.
Не, вот это место было немного опасное. Что-то лежит и светится. Либо это снова чертеж на новое оружие, либо это чертеж еще на какое-то говно. И это у нас ключ рудной платформы. Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывода обелиска с планеты. С планеты обелиска? Хорошо, это значит, нам еще нужно будет что с обелиском делать каким-то. Сразу уродуем трупы, если будет заразитель. Баллон взорвался. Круто. Так, у нас все пушки перезаряжены. Да, все отлично. Ага. У нас 3 узла теперь. Ну отсюда Максим может на меня напасть. Сзади навряд ли, тут дверь закрыта. Ага, ахуй, ахуй. 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 Тут никого? Не выйдешь? Ау. Я знаю, ты там. Я знаю, ты в этой сети. Ну ладно. Но два люка сломаты. То есть на меня могут напасть с двух сторон сразу. Потом мне будет плохо. Вот, ну давай закрывайся. А если я по прямой пойду? Там ждет меня магазинчик. И еще куда-то комната. Входим. Стоять. Я что, просто круг навернул? Окей. Значит, магазин закинем один. Переместить. Итого у нас в сейфе просто дохерища хилок, дохерища патронов, всего дохерища. Снова там на, да там даже уже на 200 тысяч будет у нас. Тут мы что, типа возвращаемся обратно? Что, ну ладно. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. Окей. Окейшки. Это один был, хорошо. Здесь просто труп. Что, по катушке на следующий этаж и заканчиваем серию. Оставить. А псина тут дышит. И что? Не. Там огромная псина дышит. Так, у меня немного хп не хватает. А вот это вот мне не нравится, ребята.
что именно мне не нравится. Мне не нравится то, что врагов не было. Вот этот мне моментик не нравится. Так, ну здесь, в принципе... Так, как так сделать? А, ну смотрите, зато там платформа, походу... А как мне тогда там... Я подоеду... Буду ехать там где-то, что ли? Нельзя давать, хотя можно просто делать, чтобы они их мутировали, для того чтобы было как бы больше вещей с них падало, так сказать. Вот это бомбы, нужно их взрывать. Все, да? Аудио. Что, черт возьми? Подойдешь еще на шаг, я пристрелю его. Еще золото. Дай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы также и капитана уделали. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты, это единственный способ все остановить. Прекратить все это. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану. Так, приятель, ты адекватный? О, давай я с тобой вот так стану. Это, ребят, мой новый друг. Походу, ему больно. Так даже стану. Ладно, я ему помогу. Это лучше, чем мучиться, на самом деле. Взять не могу. Походу мне это нужно потянуть к себе, но смотрю на времечко. И давайте, наверное, я думаю, на этом все-таки закончим. Мы уже к другу пришли, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И да, это был бывший друг, поэтому всем пока.